вопросе. По сплошной линии перестраиваться нельзя. Машина не было препятствия для тебя. В левый ряд перестройся. Опять на сплошную. Еще не было сплошной, еще не было. Ну как не было? Вот она только тут. Ну как только тут поехали, нам сейчас... Ты по сплошной прям проехал. Знак 40 там был. Если ты не заметил. Правый ряд перестройся. Дорогу починили, теперь здесь тоже будет маршрут. Но он и был всегда, но сюда не катали. Ездили, да. Теперь будет. Тут две полосы. Одна туда, другая. Ну, как бы, да. Здесь также можно везде остановиться. Ну, только тут проезды, тут 5 метров нет нигде. Заезды. Не перекрестки. Ну, там 5 метров от края пересекаем проезжую. Ну, а это пересекаемая проезжая часть? Ну, нет, ну, по-моему, так нельзя, что 5 метров должно быть. Между ними. Сомнения есть, значит, ищем драйв другое место. Ну, тут можно. Тут еще карман. Тротуар еще не сделали. Люди вынуждены ходить по асфальту. По проезжей части. Сколько сейчас земля здесь сразу подорожает. Да, ну тут же эти есть коттеджи. Тут чего только нет, тут все есть.
пешеходный переход. Какой? Нерегулируемый пешеходный переход вот стоит. В Владивостоке очень много таких. И машины стоят прям вплотную, прям на них иногда стоят. Поэтому приходится прямо останавливаться и перед каждым вот так вот смотреть влево-вправо. 40. Действие знака докуда у нас будет? До перекрестка. Давай думать, где же перекресток тут? Пока нигде. А вот это что? Это съезд. Какой съезд? Это перекресток. Перекресток? Конечно. Не обозначено. Что вот этот, вот этот, вот этот? Съезд вот. Чё ждём? Сначала должна была повернуть. А тут же остановка, нет? Какая остановка? Остановка вот справа. А, вот. А,